Из года в год управляющие компании советского района создают для жителей волшебную атмосферу праздника. Устанавливают живые елки на придомовые территории и в подъезды, вешают на фасады многоэтажек праздничную иллюминацию. В некоторых дворах силами управляющих компаний были залиты катки. Приятно то, что новые управляющие компании посмотрели, что было в прошлом году, да, и думают, а чем я хуже? И вот это, знаете, заразительный пример, это, конечно, зарадует. Это радует и... Ну, вызывает определенное доверие к вам и уважение со стороны не только администрации, но и со стороны, в первую очередь, этих ваших жителей. Оценивали наружное световое оформление, установку и украшение елок, сказочных и новогодних персонажей, оформление витражей и многое другое. Во многих подъездах домов появились не просто украшения, а новогодние декорации. За участие в конкурсе дипломами были награждены 10 управляющих компаний советского района. В этом году мы на двух дворовых территориях установили большие цифры прошедшего года, которые подсвечивались ночью неоновым светом. Помимо того, что остальные дворы у нас тоже были, в принципе, украшены и гирляндами, и елочки мы украшали, создавали людям новогоднее настроение. Благодаря нашей глубоко уважаемой администрации, которая проводит такие конкурсы, и у нас возникает какое-то чувство конкуренции между управляющими компаниями. Кстати, у нас намного появилось какое-то взаимоуважение к друг другу между управляющими компаниями. Всего в конкурсе приняли участие 31 управляющая компания, 3 товарищества собственников жилья. Районы управляющей компании создали новогоднее настроение не только для своих жителей, но и для всего города.